Собрали деньги, заполнили водоем рыбой. Кировчане-активисты организовали сбор средств для запуска рыбы в озере Русское в районе Учхоза. В акции приняли участие больше сотни рыбаков. Они собрали 16 тысяч рублей. На эти деньги купили около 300 молодых карпов общим весом 73 килограмма, а также около десятка белых амуров. Это было сделано для того, чтобы восполнить потерянные путем рыбалки и браконьерства ресурсы этого водоема. Если мы посмотрим на этот водоем, он вроде бы кажется большим. Но если учитывать весь прессинг и количество людей, которые рыбачат на данных водоемах вблизи города, можно представить себе объемы рыбы, которые они вылавливают. Мы выпускали карпов, и на следующем году надеемся, что они вырастут вот такую.